Да, не густо. Привет, это я. Слушай, я тут подумал, вы же там общаетесь с прокурорскими. Может, узнаешь, вдруг за этим Савельевым было что-то, что наводило бы на не очень хорошие мысли. У нас не принято о таком говорить. Ну, а ты аккуратненько. Ну, хорошо, я попробую. Спасибо. Я в тебя верю. Доброе утро. Привет. Ну что стоишь? Давай чистить зубы и к столу. На завтрак омлет. С сыром и помидорами? С сыром и помидорами. Я помню. И про розы ты помнишь. Давай, давай, давай. Иди умывайся. Спасибо. А можно тебя спросить? Угу. Я после того, как исчез, через год вернулся в Москву и увидел тебя кое с кем. Такой смазливый. Не Федор Артем? Не знаю. Мы дружили с ним. Ну, если быть точной, я ему нравилась. Но у нас ничего не было. Потому что Савельев появился. Олег, давай не будем. Скажи, мне у Андрея было неудобно спросить, он давно без родителей живет? 3 года назад они попали в аварию всей семьей. Мать и отец погибли. А у Андрея вот ноги. Так, какой план на сегодня? Начнем с Миловидова. Ну как, есть какие-нибудь результаты? Пока нет, нам недостаточно информации. Ну что ж, я к вашим услугам. Чем смогу, помогу. Тогда, если вам не сложно, не могли бы вы вспомнить при подготовке к выставке, может быть, что-то было не так, как обычно? Даже не знаю. Нечаев дал нам документы. Я так поняла, что у музея и страховой был спор по поводу компании, которая должна осуществлять перевозку картины. Да, это было. Нечаев настаивал на перевозчике, с которым мы до того не работали. Мы были против. Почему? Цена была слишком высокой, оплатить ты должен был музей. Я думаю, Нечаев имел с них откат. Обеспечивал себе красивую жизнь. Почему музей все-таки согласился? Но у нас не было другого выхода. Нечаев же сделал это в последний момент. Другого страховщика искать уже времени не было. Ну а французы бы без страховки картины не отправили. А у нас сроки. Министерство культуры гонит. В общем... Выжил нас этот Нечаев. А где могут всплыть эти картины? Нигде. Такие картины исчезают не для того, чтобы где-то всплывать. Легально их не купишь и не продашь. Единственный вариант, что заказчик – это коллекционер, который готов владеть ими тайно. И много таких людей? Наперечет. Что это дает? Слушай, а если заказчиков наперечет, и, как говорит Миловидов, он всех их почти знает, он может сам за этим всем стоять?
Я не понимаю, почему ты все время защищаешь Нечаева? Я не защищаю Нечаева. Я тебе говорю о том, что Миловидова тоже со счетов скидывать нельзя. Во-первых, картины пропали в его галерее. Во-вторых, вон он при нас грязью Нечаева поливает, а сам подарки ему дарит и по Парижам с ним разъезжает. Да, Игорь Петрович. Я поняла, сейчас будем. Где это мы сейчас будем? В управлении. Зачем? Нечаев пропал. Как это пропал? Я не знаю. Попробуйте вспомнить. Может, вы что-то все-таки заметили. Я правда ничего не знаю. Ну как так? Я вот так полтора часа. А с чего секретарша забил тревогу? У Нечаева с утра были назначены важные встречи. На работе он не появился. Телефон не отвечает. Она позвонила его соседке, которая убирается в квартире Нечаева. Та проверила, дома его не оказалось. А когда секретарша говорила с ним последний раз? Вчера вечером. Он позвонил сказать, что из-за проблем с картинами не сможет с ней куда-то там поехать, куда-то в Европу. В Прагу? Да, точно. А ты откуда знаешь? Были предположения. Вы что, знали, что он убежит? Почему не сказали? Да нет, не то чтобы знали. Марин, как так можно? Игорь Петрович, я не думаю, что он убежал. Можно нам обыскать квартиру Нечаева? Хорошо. Скажу, чтобы выписали ордер. С прокуратурой соедини меня. А быстрее никак нельзя эти бумаги оформить. Это и так очень быстро. Пока мы будем их ждать. Послушай, как будто у нас есть какие-то другие варианты. Вообще-то есть. Ключи от квартиры Нечаева. Ты что, не вернул их на место? Я не успел. Хватит врать. Да я правда не успел. Ты понимаешь, что все, что получено незаконным путем, нельзя использовать в суде? Да мне все равно. Главное, картины найти и гонорар получить. А мне не все равно. Ну тогда приготовься к тому, что ты ничего не найдешь и никого не поймаешь. Кстати, ты же не уверена в том, что Нечаев сбежал? А если он исчез не по своей воле? А вдруг его жизнь в опасности, а? Что, так и будешь сидеть? То есть для тебя формальности важнее, чем жизнь человека, да? А если нам за это влетит? Да ладно, никто не узнает. Подожди, подожди, да я ничего не решила. Поехали, подожди, я ничего не решила. Да не бойся, подожди. Ты со мной, поехали. Да подожди, я уже все решил. Говорю, не могу. Незаконное проникновение, статья 139, пункт 2. Ты когда студентка была, дорогу на красный перебегала? За мной? Обувь можешь не снимать. Нет, все-таки Нечаев никуда не сбегал. Почему ты так думаешь? Смотри, вот наклейка прохождения досмотра в аэропорту. Вот еще одна. И еще. Вообще, это его развезной чемодан. Ты слышишь? Угу. Если он куда-то сбежал, то почему он не взял с собой чемодан? То есть кто-то действительно мог устроить его похищение? Да, если этот кто-то боится, что Нечаев выведет нас на его след, то вполне. Так, на. Не моя цветовая гамма. Я лучше руками ничего трогать не буду. Смотри-ка, бумажку скомкали так, как будто хотели ее выбросить, а не выбросили. Что это? Запись к игре «Преферанс». Да? Угу. Нечаев-то у нас игрок. О,
удобный диванчик. Олег, Олег! Ну что? Ноги убери. Один игрок обозначен буквой «С». Кстати, а Нечаев у нас Сергей. Да ты что? Угу. А это уже запись другой игры. Смотри, тем же почерком играли те же. К игрок «С». Что это? Проигрался, да? В пух и прах. Да, это не преферанс. Это азартная игра. Что? Обычно преферансисты не играют в азартные игры. Скорее всего, его как-то специально втянули, чтобы обыграть. Долг большой, расплатиться не смог. И этим его втянули в кражу картин. Вот, вот. А ты говорил, что тебе мои методы не под силу. Ну, я способна. Только вопрос, кто втянул. Да, и почему Нечаев пропал через сутки после исчезновения картин, а не сразу? Где ты это нашла? Что? Вон там. Ух ты! Я знаю, где его обыграли. Где? Департамент мостов и туннелей? Угу. Специальное такое название, чтобы никто не догадался. А визитка про выпуск. Я знаю, где это находится. Поехали, может, узнаем что-нибудь интересное. Нет, я должна остаться здесь. Мне нужно еще многое посмотреть. Может быть, найду какие-нибудь зацепки, которые нас приведут к Нечаеву. Так что ты езжай без меня. Точно. Угу. Я быстро. Это недалеко. Веди себя хорошо. Вход только по клубным картам. Я знаю. У меня пропуск. Я так не умею. Нет. О, привет. Как дела? Привет, Камиль. Не жалуюсь. Здравствуйте, девушки. Привет. Смотрю, ты развлечься приехал. Ну, что-то вроде этого. Девчонки, прогуляемся. Слушай, мне тут сорока на хвосте принесла, что ты типа с ментами работаешь. Что за сорока такая? Кто ее знает. Они все на лицо одинаковые. Ну, не знаю, Камиль, где ты берешь информацию, но на этот раз сорока явно ошиблась. Mm-hmm. А? Ну, что же у нас завязывается с этим отыгрышем? Я тебе сколько говорил, а? Вечно ты меня не слушаешь. Смотри, что стоит. Опаньки! Слушай, давай отыграемся. А то! Знаешь, мне без разницы, когда это меня не касается. Ну так, совет чисто по старой памяти. Будь аккуратнее. А то вдруг кто-нибудь еще об этом узнает. Здорово, Кусто! Здравствуйте. В Москве-реке поплавать не желаете ли? Да нет, как-то не особо. Я прошу прощения, у нас очень важный разговор. Вы не дадите нам договорить? Да нам, в общем-то, уже и не надо. Вы практически закончили. Я смотрю, у вас тут своя атмосфера. О, девочки, не скучаем. Ну что, поговорим за культуру, а? Господа, а разве у нас какие-то вопросы неразрешенные остались? Вам же вернули деньги. Не, ну деньги-то вернули. А вот моральное угрызение.
Ничего, не торопись. Считаете, это не просто вор, а тот, кто связан с исчезновением Рафаэля? Не только с исчезновением Рафаэля, но и с пропажей Нечаева. Дверь в квартиру он открыл ключом. Думаю, что он забрал их у него. Странно, что они не заметили, что у вас горел свет. Нет, не странно. Окна комнаты, где я была, выходят во внутренний двор. С улицы их просто не видно. Странно другое. Что именно? Человек, который зашел в квартиру, не заметил, что там горел свет. Я ведь не сразу его выключила. Ну, как он мог этого не заметить? Кто мог этого не заметить? Слепой. Поэтому он и не стал включать свет в комнате, когда что-то искал. Он ему просто не нужен. Помнишь, в ночь пропажи картин в зале тоже было темно? И что там мог делать слепец? Я пока не понимаю. Нужно выспаться. Так идите. Хочу подождать Олега. Не стоит, я сам его дождусь. Вы не переживайте, с ним ничего не случится. Я его знаю. Не факт, что он с палочкой. Его кто-то может вести. Обращайте внимание на все семейные пары, которые ходили под ручку. Добрый день. Как продвигается? Ну вот, изучаем записи с видеокамеры. Ну, возможно, у нас есть шанс. Уже есть зацепки. Мы ищем слепого. Слепого? Смотрите. А с какого числа эта запись? Это не запись, это сейчас. Я знаю, кто этот слепой. Товарищ, товарищ в черных очках. Ну-ка, подождите. И куда вы пропали? Привет. Слушай, ну, ты мог бы хотя бы позвонить? Извини, я тебе смс-ку прислал. А ты знаешь, что было? Да знаю, Андрюша мне рассказал. А что у тебя с лицом? Ну-ка, покажи. Ух, красиво. Рад, что тебе нравится. У министра культуры точно будет инфаркт. Ты что, действительно пытался это замазать тональным кремом? Не надо. Ну-ка, подними еще раз. Зачем? Ну, подними, подними. Ага, теперь опусти. Что, издеваешься, что ли? Гениально. Да, я такой. Это шедевр. Марин, ты о чем вообще? Я теперь поняла, как исчезли картины. Марин! Помоги мне снять раму. Да. Простите. Ага. Как я и думала. Скобки уже были расшатаны. Я сейчас вам объясню, как все это случилось. Идеально подходит. В общем, вот такой бутерброд приехал в музей. То есть под Рафаэля подложили холсты с белилами? Да, и главное, чтобы задняя стенка холста была идеально состарена и стояла вот такая печать. И вот, когда такие бутерброды ночью висели в музее, достаточно было вынуть скобки, достать Рафаэля и вставить скобки обратно. А сигнализация продолжала висеть на своем месте. Постойте, постойте. На записях с видеокамер абсолютная темнота. Кто мог в темноте это сделать? Ну, видимо, тот, кому не очень требуется свет.
Вы знали о том, что у слепых очень развита чувствительность пальцев? Подождите, о каком слепом идет речь и когда под Рафаэля подложили подкладки? По пути из Парижа. Нет, 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 это невозможно. Я собственными глазами в Париже видел, когда закрывали фуру, людей там не оставалось. У вас была с собой рулетка? Нет, я сейчас все объясню. Малик, подержи. Ну, подержи, подержи. Сейчас, у меня не 10 рук. Ага. Я, конечно, не Рафаэль, но постараюсь нарисовать. Смотрите, это фура, которая везла Рафаэля. Размер фуры 7 метров. Если в торце сделать двойную стенку размером в метр, то этого никто не заметит. А зачем метр? Можно меньше. А потому что нужно еще спрятать поддельный постамент под Афродиту, который ехал вместе с Рафаэлем. Именно в этом постаменте пронесли слепого в музей. А где Афродита? А? Афродита где? Так вчера страховая компания потребовала перевести ее в другое хранилище. Черт, ну конечно, конечно. Нечаев не мог сразу исчезнуть, потому что он должен был дать распоряжение вывести Афродиту. А перевозила та же фура? Я не знаю. Но я сейчас выясню. Это уже не важно. Естественно, в этом вашем другом хранилище уже другой постамент, настоящий. А тот с картинами и слепым находится у похитителей. В департаменте мостов и туннелей ничего интересного не было. Ты думаешь, я там скучал? Извини, извини. Ну что делать будем? Фуры нет, картин нет, Нечаева тоже нет. Нужно подумать. Ну, думай. Тут я тебе не помощник. Да? Это я. Я тут пообщался, как ты просил. Ну, в общем... Было у Савельева одно дело, которое странным образом развалилось. И подозреваемым был Скворцов. Понял тебя. Спасибо. Давай. Слушай, ты пока тут думаешь, я отлучусь ненадолго. Что-то срочное? Ну, в общем, да. Да не бойся, ничего плохого не буду делать. Заплатишь? У меня в руке шприц. Рассказать, чем он заряжен? Не думаю, что чем-то хорошим. Правильно, молодец. Надо куда-то ехать? Не, ехать никуда не надо. И навстречу тоже не надо идти. Это я тебе звонил. Так что не двигайся и слушай меня внимательно. Речь пойдет о Марине. Костров, это ты, что ли? Ага, угадал. Что у тебя с ней? Это тебе не касается. Я тебе бошку сверну. Но это вряд ли. Дело Скворцова, помнишь? Не очень. Ну, зато он тебя помнит. И то, как ты у него деньги брал, чтобы дело прикрыли, тоже прекрасно помнит. У тебя нет доказательств. Ну, на это мы посмотрим, когда одна из центральных газет напишет про тебя статью. А я это устрою. Рассказать, что будет потом? Потом тебя попросят рапорт написать. Причем задним числом об увольнении. Так что потом будешь уже разбираться и доказывать все, что тебе надо. Он сам деньги предложил. Я раз в жизни взял. Все. Ну, взял так взял. Ничего страшного. С каждым может быть, да? Ты же больше не будешь. Чё тебе надо, а? Марину оставь в покое. И по квартире не надо с ней судиться. Эта квартира от родителей ей досталась. А почему я должен отказываться? Я туда столько вбухал в этот ремонт. Считай это компенсацией за свое аморальное поведение. Ну? Тихо-тихо. Рука устала. Дернуться может. Ну так что, договорились? Договорились. Ну вот и прекрасно. А это тебе от меня подарок.
Слушаю. Забыл сказать. Теперь у меня есть доказательства. Хочешь послушать? Он сам деньги предложил. Я раз в жизни взял. Все. Привет, это я. Спасибо тебе за информацию. Да не за что. С Савельевым я договорился. Буянить он больше не будет. От тебя теперь требуется на следующем заседании снять арест с квартиры Марины. Ну, если еще что-то, реши там, как полагается. Послушай. А мы можем такие вещи не обсуждать по телефону? Извини, времени не хватает заехать. Ну, тогда или нет? Да. Спасибо. О, извини, мне звонят, переключаюсь. Да, Марина? Ты сейчас где? Приезжай в квартиру Нечаева. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Я тоже сейчас там буду. Потом все объясню. Я гляжу, тебе понравилось ходить в гости без приглашения, да? И без бумажек на обыск. Может, объяснишь, что мы ищем? То, чего уже здесь нет. А по-русски? Ну, подумай, зачем сюда приходил слепой? Наверное, не просто так. Хочешь понять, что ему здесь надо было? У меня есть два варианта. Он либо нашел то, что хотел, либо нет. А если нашел, то нам нужно понять, что пропало из квартиры. Ну, это я тебе и так скажу. Часы. Их было 10. Это я точно помню. А сейчас одна пустая. Что? Это не я. Да нет, и не об этом. Ну, конечно. Мужчина сразу обращает внимание на механические игрушки. А еще я обратил внимание на то, что это редкие экземпляры одной фирмы. Коллекционные. Вот смотри. Здесь есть гравировка. Вот это сколько всего экземпляров? Угу. А вот это их номер. Угу. Да, если экземпляр редкий, то его легко проследить. Ну, конечно, если они пропали, значит, кто-то боялся, что след часов приведет к нему. А еще часы – прекрасный повод для того, чтобы втянуть Нечаева в азартную игру. Как я и говорил. Только вот тут след обрывается. Нет, нет, не скажи. Не скажи. Если этим кто-то воспользовался, значит, он знал о страсти Нечаева. Миловида. Помнишь его подарок? А вот как раз нет. Миловидов подарил Нечаеву недорогой сувенир, который он забросил в нижний ящик своего стола. Если бы он действительно понимал страсть Нечаева, он бы этого не делал. Но это то же самое, если Нечаев подарит Миловидову вырезку репродукции журнала. Ну и кто тогда? Маневич. А Нечаев тоже разбирается в искусстве? Разве что в часовом. Да, да, Игорь Петрович. Привет от меня. Марин, ордер на обыск сделали. Можешь взять кого-нибудь с собой и ехать к Нечаеву. Игорь Петрович, дело в том, что, в общем, тут такая история, что мы как бы уже. Что значит уже? Просто абсолютно случайным образом у нас оказались ключи от его квартиры. Это черт знает что! От Кострова набралась два сапога. С этой минуты, чтобы ни шагу без моего ведома. Хвалит. Миллионеры чертовы. Два года назад у меня тяжело заболела Ника. Ника – это ваша супруга? Да, Ника – моя супруга. Вы ее портрет видели у меня в мастерской. Спасти ее могла только операция. Платная. Когда мне озвучили сумму. В общем, у меня не было таких денег. Тогда вам их кто-то предложил. У меня не было другого выхода. А в чем заключалась просьба? Я должен был удостоверить своей подписью подлинность одной картины. Подделка.
У меня выхода другого не было. Либо я подписываю, либо Ника должна умереть. Вы сказали, что это было 2 года назад. Как это связано с Рафаэлем? Ну, значит, где-то полгода назад этот человек, который мне... у которого я деньги взял, сказал, что с этой картиной большие проблемы. Подлог обнаружился. И единственный выход теперь... пойти на новое преступление. Он сказал, что понадобятся только небольшие консультации, что-то по поводу перевозки и кто там за что отвечает и... Скажите, вы не могли отказаться? Не мог. Меня бы неминуемо посадили за первое преступление. А Нике после операции требовался постоянный уход. Я просто не мог оставить ее одну. Как зовут человека, который к вам обращался? Не знаю я. Он меня сам все время находил. Ну, может быть, вы можете его описать? Какие-то отличительные черты, приметы? Описать? Вы знаете, я мог бы сделать его портрет по памяти, если хотите. Но о привычке... Он все время в руках вертел такие белые четки. Стеклянные такие шарики, да? Мне тут сорока на хвосте принесла. Что ты, типа, с ментами работаешь? Вы его знаете? Знаю. Камиль. Что за Камиль? Знакомый один. Так, пошли к полковнику. Итак, Камиль Гурин, 37 лет, сидел пару раз. Специализируется на антиквариате. Зацепиться есть за что? Где он живет? В Новосибирске прописан. В Москве по нему ничего. Так, значит, опять снова здорово. Ну, может, его и в Москве уже нет, если только он именно здесь не решил отсидеться на дне. У меня есть номер его телефона. Вы же можете отследить его по мобильнику? Можем. Паш, запиши. Ты диктуй. И очки сними, не на пляже. Так лучше? Он сам деньги предложил. Я раз... Ой, извините. Случайно нажал на диктофонную запись. Так, Камиль. Записываю. Телефон отследили. Давайте оба со мной. Его сотовый находится в районе Матвеевки, в коттеджном поселке. Ты там не был у него? Да я с ним постольку поскольку. Понятно. А, значит, в каком доме он проживает, нам неизвестно. С шумом, гамом туда соваться нельзя. Потому что если он увидит, что по его душе приехали, он либо убежит, либо, что еще хуже, уничтожит картины, если они еще у него. Игорь Петрович, а давайте сделаем так. Пускай спецназовцы остановятся до поселка, а мы выйдем, осмотримся. Я за. Ну, хорошо. Спасибо, что взял на себя вину за квартиру Нечаева. Мариночка, для тебя все что угодно. Олег, вообще-то за нами смотрят. Ну, а если бы не смотрели? Я просто хотела сказать тебе спасибо. Я понял. Здравствуйте. Добрый день. Приятного аппетита. Спасибо. А вы к кому? Скажите, пожалуйста, а вы знаете вот этого человека? А вы что, из полиции? Да. Угу. Удостоверение в машине забыл. Хотите, я сбегаю? Да ладно, не надо. Так вы знаете, в каком доме он живет? Да черт его знает. То есть вы его никогда не видели? Я второй день здесь работаю, еще не успел никого запомнить.
жаль. Ну, пропустите нас в поселок. Посмотреть, погулять. Да без проблем. Ну и как мы поймем, где он? Здесь больше 100 домов. Марина, чего молчишь? О, у меня знакомое это выражение лица. Ну давай, рассказывай. Когда мы вошли, он спросил нас, к кому мы приехали. Ну, что это значит? Это значит, он давно здесь работает и знает, что мы тут не живем. Стой! Чё? Больно? Смотри, кому он звонил. И в каком он доме? 73-й участок, возле леса. Тихаря нажрался, да? Слушай, сейчас ты меня домолчишься. Слушай, огромный, кончу. Все-таки с ментами? Я сам по себе. Я вижу. Олег, с тобой все хорошо? Нормально. Бывало и хуже. Ну, здравствуй, Камиль. Поехали здрасте сказать? Ну, вернисаж. Говорят, у тебя тут выставка Рафаэля. Игорь Петрович. Слепого тоже нашли и увезли. Нечаеву оказывают помощь. Я пойду посмотрю, что там с обыском. Надо было ее догнать. Лет через 10 бегом займешься. Нечаеву часами в игру заманили? Ну да. Он же помешан на них. Он знал, что в фуре будет двойное дно? Нет. Он считал, что отработает долг, если... несколько раз наймет нашего перевозчика по завышенным ценам. Понятно. А кто заказал картины? Я что, враг своему здоровью? Игорь Петрович! Я пойду. Покарауль тут. Я что-то не понял. Что значит, ты сам по себе? Да так сразу не объяснишь. Слушай, может, поможешь с ними договориться, а? Это вряд ли. Значит, ты с ними. Олег! Мы сделали это. Олег!
Олег! Ты и Соня, время 1:30 уже. Марина, ну куда же не надо, имею право. Хорошо, тогда буду будить тебя приятными новостями. Я вот, между прочим, уже успела съездить в страховую. Значит, Нечаев, как выяснилось, никому ничего не сказал про наше вознаграждение. Но я обо всем договорилась и даже успела оформить. И сколько они нам заплатят? Как ты и говорил, 10 тысяч. Сколько? А что, что-то не так? Какие 6 миллионов? Марин, ты все это время мне врал? Я не врал, я не говорил. Это разные вещи. Если бы я тебе сказал, ты бы только и думала об этих 6 миллионах. Что, понимаешь? Я? Нет, я. Да я бы их и не взяла. Вот видишь, я про это и говорю. Марина! А ну стой! Стой, ты, Марина! Костров, открой! Не открою! Я занят. Открой, тебе говорю! Я не одет. У меня совещание. Хорошо, я подожду.